Победы красавица стала популярной общественной фигурой в России и мире и использовала свою платформу для продвижения различных благотворительных целей, включая образование и здравоохранение. С момента своего пребывания в качестве мисс мира Сухинова продолжала работать моделью, появляясь в многочисленных модных компаниях и показах на подиуме. Она также сделала карьеру на телевидении, став соведущей нескольких шоу в России.